Эй, ты, подпишись на мой канал. Я подписался на канал, даже на колокольчик нажал. А, ну тогда не мог бы ты еще лайк поставить этому видео? Эй, подпишись на канал. Кнопка выглядит примерно так. А находится она примерно там. Так что Это правда, что вы смогли замочить героев А-класса? Ага, мы завалили этого молнию Генджи полностью самостоятельно. Тебе просто надо биться с противниками, которых тебе подберет лорд Гёро-Гёро, и все будет шикарно. Он знает, как гарантированно устроить нам легкие битвы. Ясно, мегаплазма и человек-электрический сом обладает высокой сопротивляемостью к электричеству. По сути, молния Генджи оказался связан по рукам и ногам. А зачем вы навалились на него вдвоем и раскатали в порошок? Имеет смысл. Мы тоже можем побить даже героя выше нашего уровня, если наши способности окажутся эффективными против них. Понял. Пойду тоже попрошу лорду Гёро-Гёро, чтобы он подобрал мне легкого противника. Черт ваши легкие подборы! Жалкие вы слабаки! Носорог Грестлер? Ага, напрудили в штанишки из-за каких-то тупых людишек? Если вы так же сильны, как я, то просто столкнитесь с ними лоб-лоб и выбейте все дерьмо из любого, кто встанет у вас на пути! Наконец-то хоть какая-то битва. Ну нападайте уже. Я хочу доказать всем, насколько я силен. Жду не дождусь. Так вот как он вырастил Орочи. Если предположить, что он сказал правду, то я тоже могу стать таким же. Король монстров, человек Феникс. Слушайте, грязные свиньи. Я ожидаю от каждого из вас по убийству. Убивайте или сдохните сами. Вы меня слышали? Меньшего я от своих рабов даже не ожидаю. Да, мэм, ваши приказы абсолютны, мэм. Мы прикончим этих проклятых героев или умрем, пытаясь сделать это. В Геройской Ассоциации, если судить по чистой боевой силе, никто и рядом не стоит со световым флешем. Остальные лишь поддержка. Скорее всего, у них есть еще эсперы, роботы и прочие необходимые люди. Тьфу, кого волнуют эти роботы? Ни одной машине или механизму не удастся среагировать достаточно быстро, чтобы остановить движение ниндзя.
А что ты думаешь об эсперах? Я попросту убью любого из них прежде, чем они успеют хотя бы вообразить свою атаку. Какого черта? Да он же суша песка! Это ты высосал его досуха, вампир? Разве ты не знаешь, что мы не можем убивать других членов ассоциации? Вот что случается с теми, кто отказывается расступиться предо мной. Когда я говорю с дороги, ты освобождаешь мне путь. Вы все искусственные монстры. Должны понять разницу между вами и настоящими монстрами. Знаете свое место. Таковой должна быть судьба всех невежто о себе возомнивших фальшивок. Включая весь первый эшелон этого орочи, стоящего из себя царскую особу. Как только все эти самопровозглашенные герои упокоятся в своих могилах, настанет и их черед. Ведь я чистокровный потомок древней и благородной семьи Носферату. Я истинный монстр от природы и по праву рождения. И в тот день я увидел, как вы смели всех этих героев. Вы и правда сильны? Да, длинноволосый дьявол, сэр, демонический уровень, верно? Как вы стали монстром? Корованный шедевром, роскошные каштановые волосы, вишенка на торте меня. Я отпустил свои волосы, сильнее и моложе. Я длинноволосый дьявол. О, я понял. Ваши каштановые волосы были вашей гордостью и отрадой, и вы стали монстром, чтобы вернуть их и ухаживать за ними. Как же невыносимо быть в одной ассоциации с этой нелепой челядью. Я силой должен указать им наше положение и занять причитающееся мне место над всей этой толпой. Лорд Нян, член руководства, мы пришли попросить у вас голову Гомо-Гомозека, когда он придет сюда. Пожалуйста, ставьте его нам на растерзание. Ага, все же будет в порядке, разве нет? Мы стали достаточно сильны, чтобы дать ему отпор. Я не успокоюсь, пока не убью этого гада своими собственными руками. Они были арестованы за отвратительные преступления. Да ладно, вам помогите своим товарищам. Кажется, они рады своему освобождению из тюрьмы. Похоже, превращение в монстров не сильно изменило их личности. Но я возлагаю большие надежды на их нынешнюю боевую мощь. А заставить их сразиться с тем, кто прошел через тот же ад, вот это будет шоу, мяу. Славненько. Вперед, разорвите его. А я-то думал, чем столь мучительно манящим здесь пахнет. Так это был человеческий детеныш. Неплохо, королевский потрошитель. Дай-ка и мне кусочек. Нетушки, это принадлежит мне. Не будь таким скрягой. Я еда сдерживаю, чтобы не начать пожрать каких-нибудь героев. А мой живот так сильно урчит. Ты только посмотри на меня, моя шляпа все не перестает течь. Я должен пожевать что-нибудь. Если нельзя съесть этого мальца, то съедишь что угодно. Тебе бы хотелось, чтобы я отрубил твой хвост и затолкал его в твою же глотку? Великий обжора. Прошу прощения, не соблаговолите ли пропустить меня? Теперь я
смогу продержаться еще несколько часов. Простите, что преградил путь. Ты? Джебетушка, верно? А что это? Ты украл его у кого-то? Это мое личное хобби. Я сам нашел его. Я подумывал разобрать его на части и тщательно исследовать. Видишь ли, это крайне ценный образец. Это же стальной рыцарь, и он разломан на кусочки. Засим, я покину тебя. Давай же, малыш Тарео, нам тоже пора идти. Гостевая находится вон там. Ах, вагонмушка, я привел тебе миленького маленького дружочка. Я тут слегка подустал. Так что пойду-ка отдохну, а вы двое тут пока дружненько поиграйте, пока меня не будет. Хорошо? Кто ты? Меня зовут Тарео. Тебя тоже схватили монстры и притащили сюда? Ваганма, верно? Снаружи ведь уже ночь наступила. Снаружи уже темно. Ясно. Я здесь со вчерашнего полудня. И за все это время они дали мне поесть лишь кусок черсткого хлеба да чашку воды. При таком раскладе я помру от голода. У тебя ничего нет поесть, а? У меня есть леденец. Хотя он всего один. Можешь взять, если хочешь. А что, у тебя еще есть? Прости, но это все. Ну и бесполезный же ты. Как думаешь, что с нами будет? Чувак, эти монстры точно дико тупые. А? Из всех людей они решили похитить именно меня. Но знаешь, мой папа большая шишка в геройской ассоциации. Правда? Ага, так что все делают так, как он скажет. И теперь, когда эти монстры похитили меня, геройская ассоциация им это так с рук не спустит. Все профессиональные герои точно придут сюда спасать меня. Знаю. Когда они придут сюда, хочешь, чтобы я попросил их спасти заодно и тебя, раз уж они будут здесь? Чего? Если я попрошу героев, уверен, они точно подчинятся моим приказам. Хотя, естественно, я буду главным их приоритетом. Да, прошу тебя, я хочу, чтобы меня тоже спасли. Ну ладно, с сегодняшнего дня ты становишься моим подчиненным. Когда нам в следующий раз принесут еду, ты отдашь всю свою долю мне. Уверен, возражений у тебя нет. Или ты не хочешь, чтобы тебя тоже спасли? Хочу. Я хочу домой. О чем вы двое разговариваете? Монстр! Не хотелось бы прерывать вас, но вы никогда не сможете вернуться домой. Ну разве не жалкое зрелище? Лучше бы тебе сейчас же освободить меня, или же все герои придут за мной. Мой папа чертовски богат. Они все сдохнут, и герои, и твой папочка, из-за того, что они придут сюда спасать тебя. Их всех убьют, всех до единого. Ты же понимаешь, что за мной наверняка послали героев АЭС-класса. Герои высших классов дико сильны. Разве ты этого не понимаешь?
Вас всех изобьют до состояния мерзкой и отвратительной жижи, которой вы и являетесь. А, точно, ведь если они пошлют стальную биту, он наверняка сможет победить вас в одиночку. Я вблизи видел его силу, так что знаю о ней все. Для него это будет плевым делом. А, да, точно. Стальная бита, да? У меня аж поджилки затряслись. Ваганма, я видел это по телевизору. Молния Генджи, Конг тяжеловес и стальная бита. А сейчас еще и стальной рыцарь. А? В смысле... Прости, забудь. Что? Если не можешь сказать чего-нибудь хорошего, то держи-ка свой рот на замке. Дай-ка подумать, у Геройской Ассоциации есть еще Тацумаки, Бласт. А, чуть не забыл, у них же есть еще Кинг. И что ты на это скажешь? Лишь услышав их имена, ты затрясся от страха, не так ли? Слушай, сопляк. Как ты думаешь, почему мы изначально организовали ассоциацию монстров? Мы собрались вместе, чтобы уничтожить все эти помехи раз и навсегда. Мы с самого начала знали, что герои С-класса безумно сильны. И я говорю тебе все это, полностью осознавая этот факт. Все эти сволочные герои сдохнут. Все до единого. На нашей стороне есть множество монстров. Чья сила превосходит силу героев С-класса. Особенно наше начальство, обладающее драконьим уровнем опасности. Их сила настолько велика, что ее вполне можно назвать чудом. Можно даже сказать, что они божьи произведения искусства. Один человек не может даже надеяться победить их. Кинг сдохнет, прямо как и остальные. Дядя, прости. Ого. Я решил поспать в таком месте. И как я снова оказался в таком состоянии?